И снова всем привет, друзья! С вами снова Джексон, перед нами Тауре, и это снова игра под названием Таур. Будем дальше защищать нашу планету от злостных вторженцев, злостного Империона, который уже проигрывает прям в сухую, но мы почему-то до сих пор не выиграли. Не знаю почему, может, впереди нас ждет что-то прям из ряда вон выходящее. Как вы помните, в прошлой серии мы достаточно хорошо прокачались. Мы поставили одну башенку с самолетом. Теперь вокруг нас летают самолетики, бомбит все, что есть вокруг. На нас нападали танки. Надо придумать что-то и против них. Наверное, против них очень хорошо будет работать башня Химера, потому как она бомбит по площади и стреляет только по наземным целям. Поэтому, собственно говоря, она нам, наверное, будет очень полезна. Так, но ресурсиков у нас пока нет, особо ее прокачивать. У нас всего 141 энергии, и прокачивать мы это не будем. Да, мы с вами изобрели еще одно оружие, это дезинтегратор, который стреляет лазером, и мы его маленько улучшили, он у нас второго ранга стал. И улучшили нашу основную пушку, долго мы ее улучшали, пока она стала нормальная, потому что, как мы узнали, здесь есть определенный шанс успеха на улучшение. Если шанс этот не проходит, пушка становится довольно хреновой, и мы... Пятый ранг у нее сейчас, третий, четвертый ранг, она была прям очень плохая, но на пятом ранге нам повезло, и она стала крутая. Сейчас мы ее как раз и попробуем. Так, у нас тут инвейжн, и это получается у нас опять с танками, а это получается с мелочью, с всякой. Давайте мы к танкам сходим, с танками интересней. Заодно испытаем, как против них будет работать наш дезинтегратор. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Видите, как много вокруг нас пушечек? А, да, я еще забыл сказать про башенку с дронами, которые стреляют из лука. Так, у нас 140. Давайте-ка прикупим еще одну вот это вот местечко. И еще одно вот это. Тут мы выставим такие башни поддержки. Надо еще поставить одну или две башенок с самолетами. Самолетик очень полезный девайс, как оказалось. Так, ну где ты, друг мой сердешный? Давайте переключим на дезинтегратор и попробуем сбить их еще на подлете. Это же можно сделать, наверное. Вау-вау-вау-вау-вау, жарит-то, жарит-то как. Видели, да? Видели. Это вообще круто было. Так, ладно, переключаемся на наземную. Бжжж. Нифига, она не очень против них. Ай. Раз, два. Отлично. Раз, два. У нас же теперь два снаряда, можно веселиться. Вообще, они против вот этих снарядов вообще не выживают. У меня такое ощущение, что они что-то снесли. Да. Они снесли... Офигеть. Они снесли... одну башню, которая с дронами, которые наземные. Офигеть. Я даже что-то не заметил этого. Нужен щит. Явно нужен щит. И прям очень срочно. О, ничего себе, нам энергии накинули. Это откуда такой бонус? Тут же всего 200 было. Интересно. Ну ладно, больше бонус, нам же лучше. Так, давайте мы посмотрим щит. Щиты у нас вот здесь, насколько я понимаю. Это фотон флеер. Я пока не знаю, что это такое. Это, видимо, какие-то дополнительное вооружение какое-то. Может, бомбежка там, можно вызвать кого-нибудь издалека и там разбомбят к чертям врагов. Так. Эйджис, как я понимаю, вот эта ветка у нас идет на щиты. Здесь вот у нас изображен щит, наверное, логично, да? Нам нужно красное ядро. Красное ядро у нас есть. Давайте мы его прокачаем. А что такое? А, два желтых ядра нужно. Ну, пойдемте тогда добывать желтое ядро. У нас много энергии, много зеленых ядер. Давайте вкачаем еще... основной башне ХП, или может быть ХПшечку. А этим башням можно ХП прокачать? Нет, башням поддержки ХП прокачать нельзя. Это значит башня с дронами. Это у нас увеличивает их ХП, это увеличивает их количество. А это... А так, нет, стоп, это вот ХП дроидов. А это... А, вот, это ХП башни. Да, давайте прокачаем ХП башни, чтобы их не так легко
не так легко было уничтожить. Вот так. Это рейндж... это дроидов я прокачал. Вот. Это у меня уже прокачана хпшечка самой башни. И хпшку вот этой башни надо вкачать тоже. Да, и у меня себе осталось вкачать. Вкачиваем. Так, и у нас осталось 250. Эта башня стоит 150. Это 125. Так что у нас на две башни должно сейчас хватить. Ух ты. И у нас всего одна осталась, да? Интересно. Давно не было, чтобы она была прям одна. О, снова weather peak. Какой-то погодный пик или что-то такое, я не знаю. Так, да, как видите, дроидов с щитами у нас нет. Давайте мы восстановим эту башню. Да, она у нас стояла вот... Что-то еще вот здесь же стояло. Они еще и башню с самолетом мне сбили. Вот ублюдки. Тогда ладно, давайте с теми дронами подождем. Поставим... А на вторую башню не хватит. Она 150, я думал, она 125. А эти 125, 125. Ну ладно, пока восстановили башню с самолетом. Сейчас где-то должен прилететь. Да, вот он, наш дружок-самолетик. Пиу-пиу. Ой, отлично, с двумя снарядами, так прям песня. Давай, самолетик, круши. Все, теперь будем знать, что вот эти ракетные танки, они вносят очень сильно, очень больно. Мне не понравилось то, что со мной произошло в прошлый раз. Отлично. О, а вот эти снаряды, кстати, смотрите, они еще могут разрушать объекты, которые находятся на карте. Лучники-то... Хотел проверить точность лучников. Попадают, смотрите, попадают. Ну как попадают? А, вот сейчас хорошо попали. До этого почему-то попасть нормально не могли. Самолетик, ты чё, ты болен? Или там кто-то есть? В смысле, ты в камень врезался? Серьезно? Или мне показалось это сейчас? Хорошо, вот он умер. Самолетик, имею в виду. А мне взамен дадут еще один? Или он только типа один на бой выдается? Если он выдается только один на бой, это не прикольно. Как так его сбили-то? Или это там чувак с базукой был, и он его из базуки подстрелил? Как-то интересно получилось. Я не заметил, как он погиб. Ой, прекрасно. Ой, отлично. Ой, хорошо. Ай, ай-яй-яй, хорошо как. Да-да-да, не подходи ко мне. Все, иди отсюда. Вон там дятел какой-то улетел. Прям очень далеко. Он погиб или нет? Видимо, да. Это он катился, катился, катился долго и все-таки помер. Ну и отлично. Так, пока перезаряжаем. Чтобы быть во всеоружии, сейчас прилетит очень много. Давай, два снаряда. Лети. Пам. Пам. Прекрасно. О, еще и самолеты подоспели. Блин, а у меня-то самолетика нет. Вот бы он сейчас пригодился. Сейчас я научился хорошо по самолетам стрелять. Я уже лучше это делаю. Давай, 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 лети сюда. Давай. На тебе. О, это что? Это что? Это что такое? Это что такое? Это что за безобразие? Он меня сверху бомбит, вы посмотрите. Все, лети отсюда вон нафиг. Давайте, давайте. Ну, стреляй, стреляй скорей. Отлично. Прощайте, господа. Что-то вообще скосило. По ней стрелять очень неудобно, она узкая, и они падают мимо. Так, прекрасно. Прекрасно. Мы вытащили. Смотрите, их с каждым разом все больше и больше. Имею в виду, что прилетели самолеты с этими уже три штуки. Плюс еще какой-то большой самолет наверху, я его еле-еле заметил. Империон, ты уже должен проигрывать вообще там миллион и ноль. 17-й день. Интересно, какой день конечный? Так, о, смотрите, уже по 305 ядер, здесь 2. Так, но нам нужны желтые, так что мы в любом случае пойдем за желтым. Даже учитывая то, что здесь мы минус 14 потеряем. Так, пушки мы пока трогать не будем. Нам нужно прокачивать ХП. И нам нужны, скорее всего,
Новые башни. Новые башни. О, у нас кончились зеленые ядра. Ничего себе. Я думал, они у нас никогда не закончатся. Ну ладно. Так, здесь мы прокачались. Хапориген может подкачать. А это у нас повышает... А, защитные дроиды. Ладно, пока оставим. Займемся сейчас строительством. Так, давайте пойдем за желтым или за зеленым. За желтым или за зеленым. Блин, я даже чуть не знаю, за желтым или за зеленым идти. Давайте сходим. Зеленые нам больше нужны, наверное, да? Да, зеленые нам нужны больше и чаще. Но нам нужно, чтобы сделать щит, сделать два желтых ядра. Получить два желтых ядра, поэтому все-таки давайте идем на желтые. Да. Затерянный храм. Это снова эта карта с кучей деревьев. Я же вроде тут в прошлый раз выкосил кучу деревьев. Но они все равно здесь. Так. Давайте потихоньку восстановим, так сказать, справедливость. Закажем еще один самолет. И закажем вот этих вот защитных обычных дроидов. Отлично. И у нас еще есть полтишок. Полтишок. Можно купить вот еще одну. Еще одну вот здесь, наверное. Или давайте мы прикупим для рапторов. Для рапторов площадочку. Ды-дыщ. Привет, дроны. Привет, еще один самолет. Отлично. Сейчас мы прям вообще будем тащить по-крутому. Пошли, ради... Вот чего я и ждал. Вот чего я и ждал. Они теперь начинают наступать с двух сторон. Тех мы покрошили. Они нам особого беспокойства не доставят теперь. Эти рапторы покрошат. Самолетики закончат. А мы начнем стрелять в эту сторону. Теперь они наступают сразу с двух сторон. Это прикольно. Это прикольно. Это намного... больше, намного больше разнообразит геймплей. Что-то я заговариваю сегодня. Что-то не выспался, наверное, или что-то такое. Но пушка у нас вот это вносит теперь. Прям дай боже. Прям дай боже. Иногда она даже ваншотит вот эти простые дроны, у которых 100 хп. Так, вот они, две площадки. Сейчас мы и туда накинем. Вот так вот. Две деревья расчистим. Деревья расчистим. И у меня, кстати, такое ощущение, что она стала перезаряжаться чуть быстрее. Или может мне, конечно, просто кажется. Но я бы хотел в это верить, что прокачка основного оружия уменьшает его перезаряд. Потому что перезаряжается оно довольно-таки долго. Да, тебе не повезло, мужик. Так, все зачистим, все деревья убираем. Они мешают. Так, ладно, перезаряжайся. Все, давай. Чик, пушка, перезаряжайся. А, то есть пока мы... Пока мы находимся на одном оружии, второе не перезаряжается. Запомнили. Запомнили, я думал, прокатит их менять во время боя. По-хитрому так очень. Так, надо сбить сразу дроидов, которые с гранатометами. Они очень сильно выносят хп башням, если попадают. Ой-ой-ой, эти уже вплотную подошли. А это только, по-моему, вторая волна или третья уже. Так, вон еще один базутчик. Сейчас мы его снесем. Так, все, кончился. Ты тоже кончись. И ты за... Блин, там этот кристалл его уже второй раз прикрывает. Какого хера? Все, да? Так, у нас ничего не убито. Ничего не убито, но вот эти башни прям прилично покоцали. Они еще с этой стороны наступали, а я с этой стороны вообще не заметил. А, все, это третья волна была, отлично. Я думал почему-то, что вторая. Прикольно, они прям с трех сторон наступали. Скоро вообще начнут валить со всех сторон, поэтому нам 100% нужен щит. Прям по-любому. Так, мы ушли в минус. Ну, как и ожидалось, это не страшно. Они 4 единички получили преимущество. Вообще срать. Вообще срать. Так, и у нас, насколько я понимаю, кончились еще строительные ядра. Вот эти вот стандартные Power Core, стандартные силовые ядра, они у нас используются для строительства башен. И нам они теперь нужны, и нам теперь не на что строить.
это печально. Это печально, чтобы сейчас лучше стоять на защите, нам, наверное... Так, Punisher Capacity. I'll need to fire more rounds before having to reload. А почему я это не прокачал? Это увеличивает обойму до 4 снарядов. Обалдеть, а почему я это не заметил? Ладно, прокачаем это чуть позже. Нам сейчас нужно копить на щит. Поэтому пока мы ничего особо крупного делать не будем. 250 мы наберем. И нам бы второе желтое ядро. Желтое ядро у нас где-то есть? Блин, желтых ядер нигде здесь не дают. Плохо. Очень плохо. Ладно, вкачаем пока хп-реген. Он нам пригодится по-любому. Он нам по-любому пригодится. И вперед, наверное. Зачем нам лучше сходить? Фиолетовые. Так, красные или зеленые. Что нам больше пригодится, красные или зеленые? Здесь нужны красные, здесь нужны желтые, зеленые. Нам бы желтых, но пока нет желтых, берем зеленые. Сейчас опять просядем по доминации, но это похер вообще. Boreal Valley. Какая-то долина. Не помню, как слово Boreal переводится. Теперь смотрите, у нас сколько дроидов. Вообще отлично. Два самолета меня радуют. Они будут хорошо дефить. Будут хорошо дефить против самолетиков. Ну, наверное, я на это надеюсь. Так, сюда. Можно еще одного раптора воткнуть, наверное. Да, нифига, они синие ядра используют. А у нас строительных ядер этих вообще нет. Ну, придется обходиться без них, значит. На тебе. А что-то я рано выпустил. Во я лох. Давай, надо сначала сбить вот этих дроидов, которые с ракетницами. Они больше всего вреда наносят самим башням. Так, с других сторон не идут пока? Да, с других сторон не идут, можно расслабиться. На тебя. А что, я не выстрелил? Не попал. Так, все, первая волна кончилась. Давайте вторую, так. Отсюда и отсюда. Так, с двух сторон, прекрасно. Ждем. Так, раз, два. Ловите. Бам. Отлично. А, блин, еще вон с той стороны. С той стороны я их не за... Дебил. Он врезался в скалу. Второй раз. Он второй раз врезался, блять, в скалу. Или это они, может, так их сильно вышибают? Как бы, что они просто падают. Я как-то не следил за хп самолета. Они, наверное, то, что он над ними летает, они же в него стреляют. Видимо, да. Видимо, я просто не следил за его хпшечкой. А давай, кончайтесь уже, где вы там? Лучники, добивайте его. А, ну рапторы добили, и хорошо. Так, что у нас по башням? Эти два раптора маленько коцанные, но мы же восстанавливаем хп. Насколько я знаю, они же тоже восстанавливают. Или нет? Так, смотрим, 226 у нее. У нее 226, сейчас мы накинем. Сюда и сюда вот. И посмотрим. Нет, смотрите, эти башни не дефят. Не это, не регенят. Блин, смотрите, сколько их. Без самолетов-то тяжко сейчас будет. Без самолетов-то. Ну давай, скорее. И вот этих задержать надо. Вот это уже интересней становится. Смотрите, сколько их. Вышибаем всех, кого можем. Так, надо базутчиков сбить. Блин, один лишний снаряд потратил. И вот это сюда. А, блин, опять лишний снаряд просрал. Так, что по башням? Так, башни пока целые. Ай-яй-яй-яй-яй. Они выносят мне башни поддержки. В первую очередь. Они чего-то знают, чего не знаю я. Или они просто самые большие, поэтому по ним легче всего попасть, наверное, да? Что-то рухнуло. Да, рухнула одна башня с самолетом. Капец. Вы вообще так-то уроды, господа. Вам не кажется? Надеюсь, я своих не повреждаю.
Капец, у меня дроны кончились все. Ладно, хоть это третья волна была. Блин, срочно нужен щит. Это так на них, блин, этих башен поддержки не напасешься. Это не прикольно каждый раз строить эти башни заново. Тем более то, что у меня сейчас ядер строительства нет. Так, все, можно... Во, отличное, смотрите, отличное местечко. Отличное местечко. 4 стандартных ядра строительства будет. И 4 желтых ядра, которые нам... Ой, тьфу, 4. 2 желтых ядра, которые нам нужны. И это самый... Да, это самый сложный уровень. Воздушный рейд. Так, ладно, у нас рапторы целые. Нам вынесли одну башню с самолетом. Одну башню с самолетом, ладно, мы уж поставим. Ядро у нас есть. А эти тогда на что ядра тратятся? Я вот что-то не помню. Они здесь нигде не задействованы. Значит, вот эти Power Core, разные Power Core, они используются для строительства башен. Это, скорее всего, они нужны будут на строительство вот этих крупных башен, которые по краям стоят. Круто. Круто, мне нравится. Так, сейчас мы 2 желтых ядра наберем как раз-таки на щит. Давайте мы вкачаем, чтобы у нас был 4-й снаряд. Да, чтобы у нас был 4-й снаряд в обойме у этой пушки. И, наверное, все. Наверное, больше ничего прокачивать не будем. Может быть, только если хпшку башни... Самой башни. Так, интерцептор... Контроль максимум health. Это башня усиливает или самолету? Интерцептор контрол. Я вот не понимаю, это башни хпшка или хпшка самолета? Непонятно. Но давайте усилим. Давайте усилим. Сейчас воздушный рейд, тем более. Самолет нам пригодится. И сейчас мы как раз сразу заходим и строим одну башню для самолетов. Соляные равнины. Куча дроидов. Надо еще количество дроидов поднять, наверное. Там их улучшение не так много стоит. Так, башня с самолетом, отлично. Это цифры. Я думал, это количество, что у меня их какое-то ограниченное количество. Но, благо, хоть это не так. Так, все, я больше ничего не смогу построить. У меня ядра строительства нет. Все. Так, второй самолетик прилетел. Переключаемся. Раз, два, три, четыре. Обалдеть, сколько их. Раз, два. Да, блин, не попал. Эти вплотную подлетают сейчас. По ним вплотную очень сложно попасть. Блинский. Ёптыть. Вы посмотрите, сколько их. Капец, капец, капец. Так, один раптор у меня страдает очень сильно. А, тут вон какой-то большой самолет еще, я его не заметил. Так, а у меня все-таки 4 снаряда стало? 2, 3. Да, снарядов хоть 4 стало, это ладно. Так, этот раптор еще живет. Это отлично. Этот раптор еще живет. Раз, два, три. Чит, блин. Не попадаю. Я не попадаю. Так, ну ладно, я еще пока живем. Так, не попадаю в одного, попадаю в другого. Хорошо, когда их много. А, блин, почему я не могу попасть? Почему я не могу попасть? Так, отлично. Блин. Так, нет, того я сбил. Того я сбил все-таки. Кончайся. И ты тоже. Капец, сколько их. Без щитов явно будет скоро очень тяжело. Явно без щитов будет очень тяжело. Так, но у меня пока, смотрите, башни пока держатся. Башни... Блин, я думал, она перезаряжается. Твою мать, 2 снаряда мимо. 2 снаряда мимо. Нужно учиться более точно стрелять. 4. Так, что-то у меня взорвалось. По-моему, это был дроид. Ладно, дроидов не жалко. Дроидов не жалко, жалко башни. Вот так, отлично. Одной обоймой 2 самолета.
Пока, ты тоже не доживешь до завтра. И ты тоже. Так, отлично, отлично, их очень мало осталось, очень мало, очень мало, очень мало. На тебе, так, ты лопнул, ты тоже лопнул, и все, да? Фу. Мы пережили, но у нас снесли башню с наземными дроидами. По-моему, с наземными и с этими, и с дроидами-лучниками. Твою мать, срочно нужен щит, прям срочно. Так. Хорошо, 4 ядра строительства мы получили. 20-й день. Так, да, все, мы можем изучить щит. Только я не понимаю, вот как он работает. Не понимаю, как он работает. Это, кстати, еще смотрите, здесь, вот, к примеру, эти башни поддержки, это стандартная структура, а вот это, типа, крупная структура. Это те башни, которые стоят по краям. И я не понимаю маленько, как они работают. Так, генерирует для базы энергетический щит. Ну, это понятно. Защищающий от атак. Строительство более чем одной этой башни не дает дополнительного эффекта. То есть мы ее строим только один раз. Мне интересно, что у нее вот здесь написано, типа ХП 250, щит 200, шилд пер... 2 секунды. Это щит дается только на 2 секунды? Или как? Немного не понимаю. Давайте давайте ее изучим. Построим и попробуем. Так, сколько она там в строительстве это стоит? Стопудово дохренища. Поэтому, наверное, мы улучшать попутно... Улучшать попутно ничего не будем. Если только может быть... Если только может быть количество дронов. Количество дронов. Так, это Light Armor. А, и можно, смотрите, защиту делать дроном. Это дроиды-лучники. А это дроиды обычные. Это дроиды обычные, это самолеты. Самолетные башни у меня в порядке. Башни. А башни вот эти у меня вынесли две штуки. Так, они, значит, стоят по 125. Это нам нужно 250 энергии плюс 2 ядра. Отлично, это у нас есть. Нужно вкачать им... Нужно разнообразить количество башен, вот что я думаю. И нам нужно хотя бы там, не знаю, по одной поставить химеру и гидру. На химеру нам пока не хватает, на нее нужно аж 2 зеленых ядра. А гидра у нас стреляет и по тем, и по другим. И она замедляет цели, но она стреляет очень близко. Пока она нам без надобности, наверное. Так, это рейнджер дроидов увеличивает ХП. А это увеличивает ХП башни щита и максимальный размер щита получается. Ну ладно, давайте пока попробуем поиграть со стандартным. Вдруг там что-то еще какие-то ресурсы для нее другие понадобятся. И нам нужны снова желтые ядра, но желтых ядер нет. Поэтому мы пойдем на снова воздушный рейд. Здесь 3, здесь 5. От этого мы потеряем минус 16. Приобретем 14. Ну ладно, мы все равно уходим в минус потихоньку. Но это пока прокачиваемся. Поэтому давайте вот этот возьмем. Tidal Coast. Какое это там побережье? Непонятно. Не знаю я слово Tidal. Так, все. Вот здесь, так, вот, большие. Большие здания. Давайте поставим ее где-нибудь вот здесь вот в попке. Так, 250, чтобы изучить. Только. И 250... 500, чтобы построить. Капец. Офигеть. Мы не можем себе такого позволить сейчас. Поэтому мы себе позволим еще... Две башни с самолетами. Блин, на вторую не хватает. Давайте... На вторую не хватает, давайте поставим. Поставим еще. Не знаю, что-нибудь. Нет, ничего не будем ставить, поэкономим. Поэкономим. Так, это у нас воздушный рейдж, да? Да, это воздушный. Отлично. Почти все снаряды прошли в цель. Блин, я уже думал, что я здесь с щитов буду играть. Но нет. Так, вон бомбардировщик. Бомбардировщик надо сбивать прям сразу.
Он скидывает очень больные бомбы. Все, бомбардировщиков больше нет. Отлично, еще минус один. Еще минус один, еще минус один. Прощай. Заходи на чай как-нибудь. Отлично. Отлично, давай. Блин. Нужно стрелять в них, когда они находятся в развороте. Тогда в них намного легче попасть. Тогда в них намного легче попасть, потому что они жирные. И что, и все? Обалденно мы справились, самолеты решают. Три самолета вообще решили очень сильно проблему. Поэтому надо четвертый. Надо четвертый. Они очень хорошо бомбят самолеты. Это прям круто. Так, понятно. Мы, они получили плюс 7, мы минус 7. По херам. Но мы получили 600 энергии. За что, кстати, мы получаем 600 энергии, я так и не понял. Там вроде было 300 или как-то так, или правда 600, я просто не заметил. Так, теперь у нас есть энергии на строительство щита. На строительство щита. Это круто. Это круто. Так, у нас 6 зеленых ядер еще есть, значит 500. 250 мы можем потратить на прокачку. 250 мы можем потратить на прокачку. И мы, наверное, давайте... щит пока усиливать не будем. Посмотрим, как он себя покажет в базовом состоянии. А мы с вами... Мы с вами... Что мы сделаем? Что мы можем сделать? Такого полезного. Защитные дроиды. Кстати, там какие сейчас будут? Воздушный рейд. И вторжение. Вторжение у нас простые. Это когда они просто со всех сторон. Воздушный офигенно. Так, Империон за них ничего почти не получает, поэтому пофигу, какую мы выберем. Нам нужно выбирать, исходя из того, какие ядра нам нужны. Нам нужны желтые, поэтому идем мы сюда. Это будет вторжение, поэтому нам по-любому нужны дроиды. Но опять же, нам же их на что-то надо построить, поэтому ничего не тратим. Вообще ничего не тратим, ничего не прокачиваем, просто идем в бой. Снова мы на древнем пути. Или древний пляж с древним детородным органом на побережье. Я это помню. Так, ставим обратно, возвращаем наших дроидов. Обратно возвращаем наших защитных дроидов и ставим... О, блин, у меня синего ядра на него нет. Да твою ж мать, ну что такое-то? Что за невезуха? Ну тогда, значит, это прям сам велел. Ну, кто там, не знаю, кто-то велел, в общем. И поэтому... Сколько нам на нее надо? 3, блин, синих ядра еще надо. Надо запомнить, что на нее надо. Вы запомнили? Надо 3 синих ядра, 1 фиолетовое и 500 энергии. Все, мы запомнили. Если что, вы мне напомните, окей? Блин, я-то думал, сейчас щиты попробуем. Что такое-то, а? Дохните, дроиды. С 4 снарядами, кстати, стало намного круче. Намного удобней. Тем более, вот эта пушка, вот этих маленьких дроидов, она вообще ваншотит. А лучникам можно дамаг поднять? А то они какие-то больноватые. Так, самолет раз, самолет два, самолет три. Так, отлично, самолеты все три на месте. Так, идут отсюда и... Все, только с одной стороны, да? Окей. Ловите. Сразу с базуками снимаем дроидов. Они нам не нужны. Они мне не нравятся. На тебе. Так, еще базука вон едет. На. И тебя покрошим. И тебя тоже. Нефиг на нас нападать, уроды. Так, все, эти кончились, отлично. Самолетики все целые? Все целые? Не знаю. Я видел только один, второй, третий. Все, все на месте. Прекрасно. Так, отсюда и... И больше ниоткуда, окей. Когда они с одного места идут, это довольно просто. Но зато смотрите, в каких они идут количествах. Прям радость берет. У нас пока все башни целые. Ну вот смотрите, сюда залетают ракеты. И это просто капец. Так, раз, два. Вон еще базука. Отлично, еще накидываем. Снарядики. Снаряды вот эти хорошо их раскидывают в сторону, и им нужно время, так сказать, чтобы прийти в себя немного.
Так, давайте. Я вам сейчас помогу вот здесь маленько. И вот здесь. Я надеюсь, эти снаряды моих дроидов не трогают. Я на это очень надеюсь. Так, вон еще базуки. Не жилец, не жилец. Зачем ты его оттолкнул? Я просрал снаряд. Все, скончались. Блин, так и не удалось нам, конечно, посмотреть на щит. Жаль. Так, ну, мы запомнили. 500 энергии, 3 синих ядра, 1 фиолетовое ядро. Фиолетовое ядро у нас есть, оно никуда не девается. Сейчас мы посмотрим, что нам еще не хватает. Так, 2 желтых ядра мы получили. Можно пустить это на прокачку оружия. Так, и 3 синих ядра. И, блин, сейчас нигде нет синих ядер. Нигде нет синих ядер. И, блин, строить мы пока ничего не сможем. Если только там, допустим, еще одного раптора добавить. По крайней мере, большие здания мы строить не сможем. Было бы прикольно, кстати, если бы можно было, там, типа, был бы какой-то магазин, где можно было имеющиеся ядра поменять на стандартные, там, к примеру, или, ну, обмен делать, обмен. Наверное, была бы довольно неплохая механика. Так, у нас есть 2 ядра еще, что мы можем прокачать? Мы можем вообще вкачать вот этот Shield Surge. Чем он отличается вообще? Duration 5 секунд, Shield per second 2. 2 щита в секунду, в смысле... Непонятно, я, короче, маленько не понимаю, как оно действует. Поэтому стопудово надо смотреть. Стопудово надо смотреть. Но посмотрим мы с вами это уже в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И увидимся с вами в следующих сериях защиты Таурей. Пока-пока.